С 1 сентября в городских школах Чувашии дети начнут изучать чувашский язык по новому учебнику. Макеты уже готовы, обсуждения прошли, книга получила одобрение и учителей, и родителей, и, что самое главное, маленьких школьников. Мне книга понравилась, она очень цветная. Вот я учусь в 5-й классе, я видел много книг. В основном какие-то черно-белые такие, а это прям цветное, все картины вон цветные везде. Не просто текст там, а тут прям нету ни одного задания без картинки. Никаких громоздких текстов и теории. Вся информация в красочных рисунках, схемах, комиксах, таблицах, стихах, песнях и сказках. Как раз то, что нужно первоклассникам. По оформлению книга напоминает веселые картинки. Авторы говорят, что подойдет и для тех, кто уже знает чувашский, и для тех, кто только собирается учить этот красивый и сложный язык. Основной принцип, по которому мы ориентировались, это, конечно же, коммуникативный принцип, потому что мы должны детей научиться говорить, понимать друг друга. И для нас очень важно, чтобы дети не только говорили между собой, очень важно, чтобы учебник стал таким трамплином или такими воротами для знакомства всем миром. Предложение создать новый учебник родного языка для городских школьников озвучил глава Чувашии в своем послании в феврале. В сельских школах с изучением чувашского проблем куда меньше. Ребятишки растут, что называется, в языковой среде. Разговаривают на нем дома. Каш-то каш, суган чили, ваш-то ваш, эс анчуйх, анчухраш, шивы, подюкше чуваш, уруба антап калаш, алуба анчап калаш, анибес антап. Под руководством министра образования и молодежной политики региона Аллы Салаевой в кратчайшие сроки разработали новое пособие. Новое во всех смыслах. От подачи материала до оформления. 1 сентября в школах города Чебоксары и Новочебоксарска дети получат учебники чувашского языка. Новые, интересные и современные. Учебник будет дорабатываться в течение этого учебного года. В следующем году мы планируем уже включить данное учебное пособие в федеральный перечень учебников. В процессе апробации, который будет с 1 сентября во всех школах города Чебоксары и Новочебоксарска, мы готовы замечания, наверное, те изменения, которые ждут наши дети, внести уже в новое издание. Детям понравился, родители одобрили, учителя взяли на вооружение. Осталось только растиражировать. Авторы проекта уже работают над продолжением учебного курса. Выучить чувашский за год невозможно. Не за горами учебники для 2-х и 3-х классов.